Бывший начальник областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Утешев, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, помилован. Во вторник потерпевшая сторона и экс-чиновник примирились. Адвокат истцов Гульнара Рустамбекова от комментариев отказалась, а вот защитники Ерлана Утешева рассказали о ходе и итогах судебного разбирательства. Сама статья, она предусматривает как бы примирение сторон. Потерпевшие на сегодняшний день реализовали свое право на примирение. Так, причина, если так сказать, у каждого индивидуально. Значит, ну, преступление как бы неумышленное, поэтому у нас фактически по этим видам преступления, фактически по всем обычно исход такой. Напомним, что в ночь на 16 февраля на улице Гоголя произошло ДТП с участием трех автомобилей. Начальник областного управления энергетики и ЖКХ Ерлан Утешев, который находился в алкогольном опьянении, на внедорожнике БМВ выехал на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина.